Вот такой вот электронный органайзер. Называется Citizen, модель RX 2700. Восемь килобайт. Так материнка называется. DB16 CR дробь DR 10-1. На корпусе намертво закреплен только динамик. Пищалочка вот такая вот. Больше деталей на мертвом корпусе не прикреплено. Просто вложена плата. Можно снять только вот проходочку под аккумулятор. Так, вот эти точки, все на пайке подписано, вот точечки под пайки, динамика, сейчас тут появим. Больше поехать нечего. Теперь аккуратно кладем на бумажках, на этой бумажке прокладки точечки. Смотрите, вот здесь две точечки, здесь одна. Соответственно, на корпусе две точечки и одна. Так кладем. С этим, конечно, правильно все. Теперь вкладываем резиночку. Закрываем крышечку. Так, сейчас проверим. Все ли четко, вот видите, направляющие должны четко попасть в вырезы. Так, а это у нас что? Это электролитик паянный. Похоже, не родной. Вот и все, собрали. Остается только поставить аккумуляторы. Ну, сразу скажу, что аккумуляторы у нас дохлые, уже старые. Так что включать будем потом. Вот такая записная книжечка.